Это веревка для забора, специально изготовленный для использования в системах электрических ограждений, привлекает внимание желтым и оранжевым цветом на столбах, на которые он натягивается. Он состоит в общей сложности из 3-6 свернутых в спираль полиэтиленовых канатов с НИРА 0,28 и 3 электрических проводов с НИРА 0,20. Веревка забора имеет сопротивление 15 Ом на метр. Классический канат для забора можно заказать на 250, 500 и 1000 метров. Эта веревка для забора, которая используется в системах электрических ограждений, привлекает внимание своим сине-зеленым цветом на столбах, на которые она натянута. Он состоит в общей сложности из 3-6 свернутых в спираль полиэтиленовых канатов с НИРА 0,28 и 3 электрических проводов с НИРА 0,20. Веревка для забора имеет сопротивление 1,41 Ом на метр. Веревка для забора STAR можно заказать на 250, 500 и 1000 метров. Канат для ограждения профи доступен в синем и черном цвете. Он состоит в общей сложности из 3-6 свернутых в спираль полиэтиленовых тросов с НИРА 0,28 и 9 электрических проводов с НИРА 0,20. Веревка для забора имеет сопротивление 2,58 Ом на метр. Канат для ограждения профи можно заказать длиной 250 и 500 метров. Канат для электрического забора Economiline Mono, который является импортным продуктом, состоит в общей сложности из 3 рядов электрического провода толщиной 0,16 мм. Веревка для забора желто-оранжевого цвета имеет сопротивление 13,78 Ом на метр. Предел прочности 60 кг. Канат для ограждения Economiline Mono можно заказать длиной 250 и 500 метров. Basic веревка для электрического забора – импортный продукт. Она состоит из 3 рядов электропроводящих проводов диаметром 0,16 мм. Веревка для забора желто-оранжевого цвета имеет сопротивление 13,78 Ом на метр. Предел прочности 60 кг. Для коротких электрических ограждений рекомендуется использовать веревка для ограждения. Ее можно заказать как на 250, так и на 500 метров. Внутри оцинкованной проволоки имеется 7 рядов катушек, что является идеальным продуктом для защиты определенной зоны от опасных диких животных, таких как свиньи, и для содержания крупных и сильных животных, таких как лошади, в отграниченной зоне. Диаметр каждой обмотки составляет 1,5 мм, а сопротивление гальванизированной проволоки 0,12 Ом на метр. Предел прочности 200 кг. Изделие можно заказать как на 250, так и на 500 метров. Поставляется 500 метров продукции в пластиковой бухте. Диаметр каната для толстого забора Prestige, который производится для использования в системах электрических ограждений, составляет 5 мм. Из-за такой толщины он хорошо заметен в системах электрических ограждений. Внутри этого 200-метрового изделия, намотанного на катушку, 6 рядов стальной проволоки толщиной 0,20 мм. Предел прочности 350 кг. Super Blue – это канат для ограды, состоящий из 3 рядов медной оцинкованной проволоки диаметром 2,2 мм. Он намотан на 400-метровую катушку и подходит для использования рядом с сильными животными, такими как лошади, и в местах, где желательна защита от диких животных. Веревка для ограждения Blanfor – это импортный продукт, содержащий 2 большие оцинкованные медные проволоки диаметром 2 мм. Это гибкий, прочный и надежный канат для забора. Он устойчив к искрообразованию и подходит для использования в экстремальных условиях. Изделие 200 метров поставляется в бухте. Ленты Aco Premium Plus гарантируют максимальную прочность и долговечность. Материал Trikond с низким сопротивлением 0,4 мм и высокой проводимостью отвечает самым высоким требованиям в отношении разрывной нагрузки и проводимости. Лента для заборов Premium Plus подходит для использования в очень длинных системах электрических ограждений.
Полоса забора шириной 20 мм с кодом 49510 может повернуть на 11 км, а лента ограждения шириной 40 мм с кодом 49503 может повернуть 22 км системы электрического ограждения. Лента для ограждения 20 мм имеет сопротивление 0,183 Ом на метр, а предел прочности составляет 190 кг. Полоса ограждения 40 мм имеет сопротивление 0,09 Ом на метр, предел прочности 350 кг. Ленты для забора премиум класс коричневого и оранжевого цвета можно заказать длиной 200 метров. Bye.